Слушай, Коль, ну ты же классный каменщик. Ну какая без тебя бригада? Ну? Нет, не поеду, это точно. Это опасно, риск большой. Тьфу. Да тут все без обмана, я ж тебе показывал. Вот, в газете объявление о найме на работу. Проходящие микроавтобусы до станции Дальногорск отправятся через 5 минут. Я объявлениям не верю. Я горячей линии верю. Там плохого не посоветую. Добрый день. Горячая линия, слушаю вас. Пока. Если вы приняли решение работать из-за границы, позвоните сначала на информационную бесплатную горячую линию. Конфиденциальность гарантируется. Алло, Коля, выручай! Вышли денег на дорогу! Облапошили, как детей малых! Коля, и это, никому не рассказывай! Стыдно как-то! Надо было слушать твою горячую линию.